Сьогодні у світі відзначають День обізнаності про біполярні розлади. Все ж таки фізичне та психологічне здоров'я у людей досить пов'язане. Потрібно вчасно зрозуміти, що з вами щось не так, розуміти, як передбачити цю ситуацію. І саме в цьому нам допоможе сьогодні розібратися наш ранковий гість. В'ячеслав Мішиєв, психіатр, директор Київської міської психіатричної лікарні номер 1. Сьогодні поговоримо з вами про біполярні розлади. Доброго ранку. Доброго ранку. Я дякую вам, що ви завітали нашу ранкову студію. І знаєте, ми часто кажемо біполярні розлади, а хтось, наприклад, похопця може сказати це там на якийсь, наприклад, стан людини. Проте до кінця ніхто не розуміє, що це. Чи могли б ви зі своєї професійної точки зору нам усім пояснити, що це і в яких випадках може це виникнути? Ну, биполярное расстройство – это термин, который вошел в обиход, им широко пользуются. Вы знаете, я думаю о том, сейчас сидел, вас слушал, и подумал о том, что есть какие-то слова, они как липучки прилипают, и они становятся распространенными, с удовольствием употребляемыми. Психиатрия к этим словам относится биполярка, раздвоение личности, овощ, меня сделали овощем. Понимаете? Вот это расхожие вот эти слова к месту, не к месту, они употребляются, они живут самостоятельной жизнью, наполняют сознание и так далее, и так далее. Вот. Биполярка – это психическое расстройство, это серьезное психическое расстройство. Оно может иметь разную степень проявления от легенькой, незаметной, не приносящей ущерба для личности, до серьезных изменений. Чтобы нашим зрителям было понятно, насколько это биполярное, ну, наверное, разные по-разному оценивают, да? Ну, боюсь, что многие считают, что биполярка, ну, и у специалистов есть такое мнение, это относительно легкое заболевание. На самом деле, по сравнению с шизофренией, с какими-то другими органическими, психическими заболеваниями, это относительно легкое заболевание. Но чтобы понять, насколько оно все-таки тяжелое заболевание, я скажу статистику. Каждый пятый, шестой из страдающих биполярным расстройством является инвалидом по психическому заболеванию. Поэтому так легко пренебрежительно относиться к биполярке и так далее, там как-то отлежусь, отосплюсь, попринимаю по рекомендации там друзей, там кого-то, какие-то препараты. Просто вы сказали, что психологическая инвалидность, ось правильно, в цей момент, что кожна п'ята шоста... Інвалідність по психічному розстройству. Ось цей момент взагалі для мене термін відкриття. Ну... Про це не говорять. Тобто ми знаємо зовнішньо, якщо видно, але якщо це психологічно, то це для мене відкриття, наприклад. А саме от як на початкових стадіях ви кажете, що це непомітно може бути? Ні, я не сказав, що на початкових стадіях. Я сказав, що... Каждое расстройство, оно индивидуально, и оно и может иметь разную степень выраженности. У одного оно протекает легко, незаметно, у кого-то среднее, у кого-то имеет выраженный повторяющийся характер, приводящий к инвалидизации личности. А можем поговорить саме про то, как проявляется на первых этапах, на что треба звернути увагу людині? Вы знаете, граничит понятие депрессия, ну, сейчас мы будем говорить о депрессивном преимущественно полюсе биполярного расстройства, оно граничит с бытовыми понятиями апатия, сплин, хандра, ничего не хочется, устал. Вот эта граница, где устал, замкнулся, сутки двое, извините за свободность выражения, повтыкал телевизор и отошел, где граница между этим и уже депрессией, текущей по своим внутренним законам, на которые не влияет безделье, отдохнул, отоспался, не влияет, заболевание входит в свой самостоятельный сценарий, самостоятельный процесс и протекает уже по законам болезни. То есть это как наследок с этой депрессии и хандры, когда мы запускаем ее, да? Нет, нет. Это распространенное мнение, но оно ошибочно. В основе психического расстройства лежат внутренние, биологические некие процессы. Пусковыми моменты может быть. Обидели, недоразумение, поссорился, крах карьеры там или чего-то еще. Пусковые моменты может быть. Но, по сути, в основе психического заболевания лежат внутренние биологические механизмы. А скажіть, будь ласка, все біполярний розвиток, якщо ми кажемо про біологічні аспекти, він може якось передаватися, там, знаєте, від батьків, чи це момент
Вот вы знаете, вы затрагиваете очень серьезный вопрос. Советская психиатрия, ну и мировая, 60-е, 70-е, 80-е очень серьезно этим увлекалась. Искали маркеры, искали понимание механизмов передачи психических расстройств. Тонны научных исследований, тонны научных статей и так далее, так далее. На самом деле есть, закономерность есть. Но боятся говорить о том, что если вот ты страдаешь там, или кто-то из родственников, и ты обязательно будешь носителем этой болезни, нет оснований. Точно так же, ну, счастью, чаще, когда мы работаем с больными, мы задаем вопросы. Мы задаем, это входит, ну, вот, стандарт опроса, работы с пациентом. Мы спрашиваем, а есть ли родственники? Мы все чаще и чаще не находим связь между чудаковатыми, необычными, пьющими, психопатичными, аффективно страдающими родственниками и болезнью нашего пацієнта или нашого індивіда. А ось моменти, що ви кажете, ну, це буває у пацієнтів, а у кого частіше? Чоловіки, жінки, який вік? Ну, давайте немножко статистику наговорю. Это распространенное заболевание, это одно из самых распространенных психических расстройств. Статистика, вы знаете, статистика тоже совершенно произвольная, как и все иное в нынешнем мире. Вы найдете в интернете и 3%, и 5%, и даже 15-20%. Вот. Но я считаю, 15-20% это от лукавого, это перестарались исследователи. Вот. Я считаю, что где-то около 3, ну, плюс-минус процентов населения подвержено аффективному биполярному расстройству. А ось є момент, те, що молодь все більше починає хворіти на цю хворобу психологічну. Все ж таки, чому так відбувається? Да, вот я не досказал, распространенность около 3%. Чаще, традиционно считается, что чаще болеют женщины, как более эмоциональные, как более подверженные воздействию внешней среды. Вот. Болеют, да, болеют. В общем-то, это болезнь молодого, среднего возраста. Почему? Трудно вывести одну закономерность. Я думаю о том, что современный мир, технологии, экология, сам ритм жизни предъявляет к индивиду все больше и больше требований. Наш ритм перестал быть размеренным, спокойным, с возможностью остановиться, оценить ситуацию, двигаться дальше. Наши желания, наша мотивация становится все более агрессивной, все более, а у меня есть там кофточка, хочу еще лучше, машина есть еще лучше, и так далее, и так далее. Это истощает, это делает уязвимым индивида, его нервную систему, и она дает сбои. А легче всего сбой нервной системы, это, конечно, аффективное расстройство. Ага, а дивіться, момент, ви кажете, через те, що ми прагнемо, через те, що ми весь час в такому напруженні. А тут... Це один із моментів. Я сказав екологія, так, і міняється екологія. Просто, знаєте, ми коли піднімаємо ці питання в нашій студії, коли ми намагаємося говорити на такі серйозні теми, ми, звісно, намагаємося зрозуміти, як можна це попередити. Тобто, наприклад, ми розуміємо, що зараз всі забувають майже про відпочинок, так? Що весь час у цій напрузі. Що, наприклад, з вашої точки зору, слід нам зараз робити, якщо ми живемо в цих умовах, ну, от якось хоча б мінімально попередити цей стан, як у себе уберегти? Ви знаєте, хотілося б порозмовляти на тему філософія, западна, восточна, там цінності, духовний мир восточний, предположим, да, традиційно, вот, і культ віщизму там, или кар'єри в западній філософії і так далі. Но я боюсь, що це рассуждение буде ради рассуждения. Свідчення того, що все це от лукавого і закономерності возникновення заболівання більш сложне, являє то, что приблизительно одинаково во всем мире, и в западном, и в восточном, и в северном, и в южном регионах и полушариях болеют основными психическими расстройствами, приблизительно одинаковая распространенность. То есть более глобальная некая обусловленность. А то, что я вам говорю, почему, это только, вот, только внешнее оформление, только пусковые механизмы некие. А ось момент, чи дійсно реально повністю вилікуватися від біполярного розладу?
можна? Чи це реально? Посмотрите, я пытался настроить на серьезный лад наших слушателей, да, или зрителей, но в то же время я не хотел бы, чтобы биполярное расстройство звучало как приговор. Угу. И эту мою точку зрения и точку зрения моих коллег нужно учесть. Биполярное расстройство в ряду психических расстройств, оно занимает среднее или даже ближе к легкому полюсу заболевания. Ну, вот, в ряду, да, вот мы назовем 7-8 заболеваний. И поэтому не нужно относиться к биполярному расстройству как приговору. Биполярное расстройство, конечно, оно тягостно, оно дискомфортно, оно иссушает, оно предъявляет совершенно непереносимые муки и требования к индивиду. Это тягостно. Надо помогать. Угу. Надо помогать, во-первых, окружающим, быть терпеливыми, понимающим проблемы своего близкого человека. И второе, ну, психиатрии – это особые отношения. Мы же знаем, как СМИ как разгоняют, да, психиатрии карательные. Угу. Это на слово настолько вошло в обиход и настолько с удовольствием подхватывается всем, кем только можно подхватиться. Так вот, без помощи профессионала, специалиста, психиатра, именно специалиста-психиатра, не обойтись. В наше поле заходят и работают психологи. Давайте сразу скажем о том, что психологи полезны там, где биполярное расстройство легкое или чуть-чуть достигающее среднего уровня. А психологи сможете распознать, что это легкие самые... Смотрите, у нас, например, да, если о психологах говорим, в нашей больнице работает энное количество, достаточное количество, несколько десятков психологов. Угу. Это профессионал с большой буквы. Это наши помощники. Да простят они мне, что я так говорю, что помощники, они самостоятельные. Это люди видящие, глубоко видящие расстройства, это ну, мастера своего дела. Угу. Но современная индустрия высшего образования породила армию психологов. Извините меня, сейчас я не буду называть институты такое, там, начиная от автодорожного, кончая театрального и так далее. Везде психологи. Эта армия выходит на рынок, эта армия создает себе частные кабинеты, это самое, и к ним идут, они говорят, да, но ну как, мы видим продукт их работы, потому что через полгода, через год уже запущены, уже на другой, более тяжелой стадии заболевания приходят пациенты и говорят, еще раз повторяю, там, где легкое заболевание, там, где от лукавого, там, где вот поссорился, надо только приласкать и сказать, что не думай, все восстановится, не думай. И мы же знаем, что если проблему не решать, 50% проблем, что делает? Рассасывается, решается сами собой, а остальные 50 как-то. Вот. Ну, вот так. Ви знаєте, цікавий момент ви підняли, я хотіла якраз поставити вам запитання про те, що зараз досить популярно стало звертатися до психологів, вирішувати ці питання з психологами. Раніше взагалі про питання психологічного здоров'я, вирішення своїх проблем з спеціалістом, ну, ніхто не говорив. Всі якось думали, що це, ну, одразу там, якби у тебе якісь проблеми. А на сьогоднішній день, на вашу думку, ось ви кажете, що вони звертаються, але звертаються, як я розумію, не до дійсних спеціалістів. На вашу думку, чи слід у сучасному світі нам не соромитися того, щоб звернутися до спеціаліста дійсно і попередити якісь, ну, такі психологічні захворювання? Смотрите, есть некие закономерности, да, мы можем, мировые закономерности или закономерности, происходящие в мире. Мы можем следовать им, можем закрыться от них, можем обсуждать их, можем критиковать и так далее, но это тренд, это явление уже вошедшее в нашу жизнь и постепенно распространяющееся, поглощающее, всасывающее нас в эту реальность. Во всем мире психология распространена. Во всем мире считается хорошим тоном иметь психолога или консультироваться, или высказывать ему свои проблемы, и он сделает коррекцию. Но мы должны понимать, психологические проблемы личности и болезни, и психиатрическое заболевание – это разные вещи.
Понимаете? Вот. У нас, позвольте мне дальше вот эту тезу не продолжать, а говорить о том, что у нас, к сожалению, только-только начинается, вот частично вот те психологи, которые, да, вот которые какие-то психологи, они частично эту проблему решают. Кто-то успешный, если человек занимается самообразованием, если он амбиден, если он хочет быть хорошим специалистом, он движется и достигает какой-то цели. Остальные все коммерцизируют этот процесс. Ну и то, тоже, наверное, имеет успех, либо не имеет успех. Психиатрия, она всегда была исторически, это не наша проблема, не проблема Украины или постсоветского пространства. Психиатрия всегда была окружена тайнами, домыслами, страхами. Вот если я вам скажу, например, ну что вы думаете о офтальмологии? Вы растеряетесь, скажете, да вообще они ничего не думают. Ну так. Но если мы у 10 человек спросим, что вы думаете о психиатрии, 10 скажут, 9 скажут, ой, это так страшно, это карательно. Да? Понимаете? То есть вокруг психиатрии создан культ некой какой-то особой, мистифицированной, жесткой какой-то медицинской дисциплины, в которой там врачи-садисты, там что-то чего-то. Хотя, поверьте мне, более сердобольных, более милостливых, более благородных специалистов, это прежде всего медсестры и психологи, о которых мы говорили, чем психиатрии нет. Истоки этого, позволят два слова сказать, чтобы пояснить свою мысль, истоки такого страха перед психиатрией лежат в индивидуальном страхе человека сойти с ума, стать иным, выпасть из континуума, выпасть из, ну, из общества себе подобных. Вот если мы, например, говорим, да, вот Миша поломал руку, да, это будет Миша, поломавший руку, или Миша с поломанной рукой. Николаю Ивановичу удалили почку. Это Николай Иванович человек, у которого удалена почка. Но когда мы говорим у кого-то там шизофрения, это уже не наш близкий, это уже не человек, который мы знали, любили, ходили вместе в школу, там, бла-бла-бла. Это другой человек. Это уже не та личность, которая близка, родная, тепла и так далее, и это страх. Абсолютно полностью изменяется. Это страх, да. И не зря же в языках, в любых языках, в русском, украинском, ну, в любом языке, Бог обидел, Бог лишил разума. Понимаете, лишение разума, лишение падения зрения, это не, Бог не обидел. Ну, это так, это возраст и, это самое, и зрение, понимаете? Да. И в силу этого люди, не понимая, что происходит с человеком, почему он стал иным, почему он бла-бла-бла, и боясь вот этой неизведанной, темной какой-то, ну, зоны, да, они стали отгораживаться. Вот эти заборы вокруг психиатрической больницы, это не психиатры строили и администрация больниц для того, чтобы отгородиться от внешнего мира. Это внешний мир строил, чтобы отгородить психически больных от общества здорових людей. Понимаете? Так, тема дійсно, знаєте, складна з нас така з вами. Ми якось так пішли дуже глибоко. Я пропоную зараз нам... Ну, у кого ж то болить, називається. Ну так, да? Так, але знаєте, важливо і про це поговорити. Ми ж маємо бачити всі спектри життя. І знаєте, зараз момент такий, що якщо, наприклад, я помічаю, наприклад, у когось зі знайомих, не дай Боже, да, що є ось, ну, натяки на біполярний розлад. Як я, як друг, як близька людина можу допомогти? Наприклад, мої дії, чи порадити сходити до психолога, чи якось є якісь питання, які перевіряють, чи дійсно, ну, у людини є ось початковий цей етап розладів. Що ви скажете, порадите як експерт? Смотрите, клинические или бытовые, жизненные проявления биполярного расстройства, они очень вариабельны, они очень широкие. Это апатия, о которой мы говорили, астения, потеря трудоспособности, это падение настроения, это оценка в настроении, в оценке и будущего, и настоящего, и прошлого, это негативное, это пессимистическая оценка всего. Вот начиная от прошлого, затрагивая настоящее, уходя в будущее, это нарушение сна, это потеря веса, это снижение аппетита, это раздражительность, это плаксия, это, то есть большой континуум. Чтобы понять, что где она грань между бытовым, да, там, спадом настроения, и ну, прежде всего, временной фактор. Если у человека сплин, хандра,
2-3 часа он компенсировался и продолжает находиться в обществе, то это одно дело. Если такое состояние продолжается несколько дней, ну, в литературе пишут там, да, для критерия установки диагноза до 2 недель и так далее, ну, это условное предположение, 2 недели. Во-первых, повторяешься. Во-вторых, это не только один симптом о том, что мы, например, говорили, да, вот, ну слабость, лень, вот лень, да, ну, лень тоже, кстати, говорят, один из признаков костных, психологизированных признаков субдепрессии. А це вже цікаво, тому що інколи кажуть, що лінь – це корисно. Смотрите, ну здесь очень важно не разгоняться и не преодолевать эту грань, понимаете, вот между, еще раз повторяю, бытовым явлением спада настроения, лени, усталости и психическим заболеванием. Это может установить только специалист. Вопрос, я не знаю, насколько у меня есть стандартный ответ на этот вопрос. Не знаю, насколько он будет удачен в отношении биполярного расстройства. Лицам, индивидам, у которых самих есть задатки или начальные проявления психического расстройства А и Б биполярного, либо А, Б можно поменять местами, это совет вникать, вслушиваться в рекомендации окружающих. Я иной раз у пациента так и спрашиваю: а скажите, пожалуйста, а окружающие вам говорили, что вы изменились, что вы стали не таким, что что-то у вас этакое происходит? Понимаете? Вот у нас есть некая ровная дорога. Вот мы выбрали себе сценарии, карьерный образ жизни, возрастной, профессиональный. Мы в рамках этого континуума, да, или в рамках этого сценария движемся. Да? И изменение этого сценария является подсказкой или является сигналом тому, что с индивидуумом что-то происходит не то. Позволю себе некоторую вольность в продолжении этого. У каждого свой сценарий. У каждого свой. Он движется, и нельзя сказать, что что-то там, вот это сценарий неправильно. У каждого свой, повторяю, сценарий. Так вот, некоторая вольность, и многие годы назад, когда я в студенческом университете работал и преподавал, я приводил такой пример. Вот, например, я человек, там, ну, на тот или немножко моложе был, да, вот, ну, семья, дети, работа и так далее, да, вот я живу своей жизнью, и для меня, для моего образа жизни характерно, ну, какие-то вещи, да, они, они понятны, они приемлемы, да. В то же время, наверное, может быть, старожилы Киева или кто-то скажет, да, мы помним, я точно помню по Alain Antelay, когда я ездил на работу, это было давно, это еще было лет, может быть, 10-15 назад, бегал пожилой мужчина, такой крепенький, пожилой, по-моему, с бородой был. В зимнее время бегал в майке, в трусах, и он бежал. Ага. Ну, человек бегает. Да. Это является признаком заболевания или нет? Я вам сразу, нет, ни в коем случае нельзя судить, потому что человек, он занимается спортом. Он просто занимается спортом. Ну, так вот, я приводил пример. Вот хорошо, вот я, да, вернемся к примеру в отношении себя. А представьте себе, вот я, да, средних лет или старше, вдруг в один прекрасный день прибегаю с котомкой вещей за спиной, в трусах, майке, я бегу по городу на работу. Ну, тут же так. Ну, да, какой-то маленький. Так вот, возвращаясь от лирики, возвращаясь к профессиональным советам, вот эти вкрапления изменений, вот эта инакость, появляющийся внезапно в другой сфере деятельности, понимаете? Вдруг ребенок там, ну, 18, 20, 22 года говорит: мама, папа, все, я буду заниматься духовной там китайской медициной, я буду учить китай, ну, и так далее. Понимаете? Тобто, все ж таки, спостерігати, найголовніше, це все ж таки спостереження. Якщо ми помічаємо, що щось не робити наводяще запитання, ну, тобто, я, все ж таки, не бути байдужим, не сприймати, що ой, переживе, ой, там, пройде, ой, та не переживай, все буде окей. Мені здається, ми з вами ось максимально, як могли розкрити цю тему, щоб було доступно і зрозуміло глядачам. Боюсь, що ні, ця тема настільки ну, просто, знаєте, ємка. Для того, щоб все ж таки нам розпочати розуміти цю тему, не просто як ось біполярка у тебе і розкидати цю фразу направо і наліво, ми тепер вже розуміємо, від чого відштовхуватися.
Дякуємо вам, що ви завжди разом з нами, і я сподіваюся, що увесь матеріал, який ми тут вам доносимо, вам подобається і є обов'язково корисним. Але для того, щоб ми дійсно розуміли, що вас цікавить, ми б попросили вас написати ваші коментарі, залишити ваші вподобайки і, звісно, бути нашими друзями. Тому потрібно просто підписатися, а ми зустрінемося вже завтра.